Саратовской области была участником молодежного форума «Иволга». Стать успешным, заявить о себе, продвигать свои идеи – такую возможность каждому молодому человеку дает форум «Иволга». Ежегодно более 2000 участников, неравнодушных, креативных, желающих изменить наше общество, сделать его более открытым и гражданским, представляют свои проекты, идеи, делятся накопленным опытом. В прошлом году мы вместе с Татьяной представили два социальных проекта. «Мы нужны друг другу», направленном на развитие деятельности театральной студии, и «С чистого листа», который позволил организовать инклюзивный фестиваль КВН Поволжского федерального округа. Участвуя в различных творческих направлениях, раскрывая и реализуя свои возможности, творческие коллективы не стоят на месте. Они успешно реализуют свой творческий потенциал. Инклюзивные танцевальные коллективы вдохновения объединяют людей с инвалидностью и без них. На основе принципа равенства прав и прав и возможностей. На добровольных началах ежегодно организуются концерт и бенефис, проходящие под девизом «Жизни разные, в танце равные», цель которых – активное вовлечение молодежи в инклюзивное танцевальное пространство. Своим собственным примером участники коллектива стараются пробудить стремление к личностному развитию, желая добиться определенных успехов и быть востребованными. Участие коллектива в благотворительных акциях и флешмобах позволяет участникам осознать и чувствовать себя нужным, быть вовлеченным в социально значимую и общественную деятельность, видеть благодарные глаза и знать, что ты кому-то нужен, многого стоит. Являясь участником театральной студии, с уверенностью говорю, что все члены нашей студии – активные волонтеры. Все спектакли, показанные нами, были проведены благотворительно, а выпущены с 2014 года 4 спектакля разной тематики и жанра, зрителями которых стали не только люди с ограниченными возможностями здоровья, посещающие центры, но и ветераны труда и Великой Отечественной войны, учащиеся общеобразовательных школ, учащиеся музыкальных школ и центров дополнительного образования, студенты колледжей и высших учебных заведений. Спектакль «Колокола» был представлен еще и жителям села Липовка Энгельского района. Дом культуры собрал более 300 человек. Каждый спектакль сопровождался бурей эмоций. Равнодушным не остался никто, и мы этим гордимся. Много интересных и разнообразных проектов реализуется и в нашей области. Наталья Леонович, 61 год, слабослышащая, является одним из активных членов Балаковской местной организации «ВАИ». В прошлом году она приняла участие в открытии первого фестиваля молодых инвалидов Приволжского округа. Участникам фестиваля она подарила индийский танец, в котором рассказала о своей судьбе. В этом же году мы представляем ее как волонтера социального проекта «Никогда не поздно играть в крупных». Ее заботливыми, аккуратными руками созданы 5 персонажей с разными характерами. Но главная их отличительная черта – это доброта. Также Наталья принимает участие в различных анимационных мероприятиях. С 2015 года на базе ГАО ИСО комплексного центра социального обслуживания волоковского населения реализуется проект «Один дома», участниками которого являются члены Волоковской местной организации Всероссийского общества инвалидов. Данный проект направлен на социализацию инвалидов с ментальными заболеваниями. Несмотря на то, что инвалидов данной категории значительно снижен интеллект, они также являются волонтерами. Каждое лето участники проекта и их родители регулярно посещают Иргизский, Воскресенский, Мужской монастырь для того, чтобы оказать посильную помощь в благоустройстве территории монастыря. Обучаясь в бытовой комнате кулинарному искусству, ребята учатся готовить блюда разных национальностей. В течение года они устраивают благотворительные вечера, на которых они угощают себя вкусными изделиями людей пожилого возраста. Мы умеем помогать не только людям, но и братьям нашим меньшим. Наш следующий проект посвящен «Пушистику» – приюту для бездомных животных, недавно появившихся в маленьком городке Румакси. Говорят, что в спорах рождается истина. В данном случае в результате спора в сети интернет возродился целый проект. На одном из местных форумов жители города обсуждают, правильно ли подкармливают на улице бездомных животных. Участники спора разделились на два лагеря. В отношении одного они были едины. Лучше
принимали к себе домой, не на передержку, отмывали, откармливали, лечили, убивали и далее отдавали в добрые руки, в новую семью. Горожане охотно отзывались и продолжают отзываться, помогая волонтерам финансово, передавая корма, медикаменты, средства ухода. Откликнулись и предприниматели. Один предоставил помещение, другие периодически снабжают приют стройматериалами для изготовления и ремонта барьеров и вагончиков. Приют продолжает существовать и развиваться. Благодаря десяткам неравнодушных людей, каждый помогает по-своему. Кто-то приезжает на субботу, другие периодически подводят воду. Люди с опытом строительства попадают в строительство. Таким образом, уже почти год силами волонтеров Маркса существует и развивается приют для бездомных животных. Ну и в заключение нашего выступления мы хотели бы рассказать о нашем проекте, который достаточно молод. Это проект «Объективный волонтер», который как раз-таки и освещает деятельность.